Ай да космос, ай да фантастика. Посмотрите внимательно. Это вот из этой большой сумки складывается вот такая вот миниатюрная композиция. Это вообще класс. 1 килограмм 300 грамм суммарно весит эта сумочка. Посмотрите, ее можно положить и под шкаф, и на шкаф. Можно положить даже в чемодан, когда поехать куда-то. Вообще класс. Такая компактная, маленькая. Вообще мега круто. И все это благодаря вот этой откидной рукоятке. Класс. Давайте мы сделаем разбор. Эта сумка, мы про нее поговорим чуть попозже. Значит, сумка, тележка состоит из двух частей. Это тележка и сумка. Значит, конструкция металлическая, разного цвета может быть. Хороший металл, это не пластмасса. 16 мм толщина. Пластиковые наконечники, переходы. Бывают и металлические, бывают и пластиковые. Но все равно, неважно, это пластик или металл, но реально будет очень долго и круто служить. Нет никаких проблем. Видите, какие заклепочки хорошенькие. Вообще мега круто, вообще класс. Разбирается она очень легко. Одним движением руки, раз. Это нижняя часть платформы ставится. И верхняя рукоятка, вот с нижней части, поднимается вверх. И здесь у нас кронштейн, который защелкивается, держатель. Далее у нас идут колеса, которые надо сюда прицепить. Колеса находятся здесь, внутри этой сумочки. Несмотря на то, что колеса пластиковые, пластмассовые, они очень хорошего качества, не переживайте. Вот высококачественная пластмасса. Плюс здесь еще идет типа пена, типа каучук, такой состав, даже не знаю, как вам сказать точно. Но я знаю одно, что прослужит очень долго, потому что у моей мамы такая сумка. Она мягенькая для того, чтобы амортизация была на ямках, дорожных неровностях, на камушках, чтобы не трясло. И как же одеваются эти колеса? Очень легко и просто. Ни молотка, ни отвертки, ни ключей, ничего не нужно. Вот на этот штырь насаживаем вот это отверстие. Раз. Опа. И просто надавливаем вверх. Чик. Все. Оно защелкнулось, так же стоит. Как снимается, точно так же. Вот она, педалька. Нажимаем на эту педальку и поднимаем вверх. Все. Вот она вся сложность конструкции. Все, класс, супер. Значит, со второй стороны мы точно так же одеваем второе колесико, опачки, чик. И все, у нас полностью готова тележка для использования. Значит, почему тележка? Потому что вы на эту конструкцию, не одевая эту сумку, можете поставить сюда ведро. Можете положить коробку, можете положить бревно, трубу и так далее. Просто положили и покатили. Все, класс. Катаете, что хотите, когда хотите и где хотите. Если вы уже решили одеть сумочку, это делается очень легко и просто. Значит, смотрите, вот видите кармашек? Это не просто кармашек, это на него одеть. Буквально одна секунда, и весь вопрос решен. Опа, и готово. Здесь у нас идет еще дополнительный фиксатор липучечка. Она фиксирует сумку, чтобы она туда-сюда не болталась. Вот. И у нас сумка готова к использованию. Огромнейшее внимание уделите тому, что если вы случайно будете покупать не у нас, то должно быть пластиковое дно. У нас оно имеется, присутствует. Видите, пластмасса. Это дно для того, чтобы, когда, например, вы будете ставить бутылки и не будет дна, вот это дно будет вот так вот продавливаться. Все, беда. И чтобы вот так вот не продавливалось это дно, вам нужно пластиковое вот это вот днище. Вы ставите его туда, и все. И снизу уже будет ровная поверхность, которая не продавится вообще. Имейте в виду. Кстати, по поводу внутренней части. Внутренняя часть сумки сделана из тентового такого покрытия. Это водонепроницаемая. Реально водонепроницаемая. Если будет дождь сверху, сбоку, да неважно, когда и где, вот, вода туда не попадет, это стопроцентно. Так что имейте в виду. Вместительная, хорошая, компактная сумочка. Вообще классная. Смотрите, видите? А, кстати, мы практически во всех сумках нашим клиентам дарим подарки. На данный момент вы найдете кошелечек. Может быть такой дизайн, может быть другой дизайн, но это будет приятный подарок. Он стоит 500 рублей, но вам он будет бесплатно в придачу к этой сумке. Все, ребята, имейте в виду, сумка реально очень крутая, классная, компактная. Для людей ростом до 1,80 м рекомендую.
Здесь еще в передней части есть у нас кармашек формата А4. Большой такой. Плюс еще пластмассовая, очень хорошего качества застежечка, которая одним движением ручки застегивается и одним движением руки расстегивается. Очень хорошая сумка. Я вам сразу же говорю, своей маме точно такую сумку подарил. Она безумно довольна. Не думайте, что если пластмассовые колеса, то они мало прослужат. Они прослужат очень долго, практически до тех пор, пока что вам эта сумка не надоест, и вы ее просто не захотите выбросить. Я вам гарантирую. Все, ребята, ссылочки на товар находятся внизу в описании под этим видео. Вот, и рекомендую приобретать в нашем магазине Мегамаг. Почему? Потому что у нас воруют фото и видео, а потом продают непонятно что. Всякое, извините за выражение, фуфло. Ссылки на товар внизу, ребята. Все, приятной покупки.